Всем привет, это ProObzor от ProTechnology, в котором мы поговорим с вами про кривошипный пресс усилием 60 тонн турецкого бренда Hijo. В турецком языке это буква G – Hijo. До недавнего времени производитель был представлен исключительно на рынке Турции. Компания ProTechnology первой презентует оборудование в России. Слово Hijo в Турции – синоним качества. Чем же выделяются кривошипные прессы марки Hijo? Главное отличие от аналогичных прессов – это конструкция кривошипного вала. Вал не имеет резкого перехода между основным диаметром и диаметром эксцентричной части, что уменьшает концентрацию напряжений и повышает ресурс вала. За все время существования компании нет ни единого случая отказа пресса по причине поломки вала. Пресса оснащена системами безопасности при перегрузке. Система может быть выполнена в двух исполнениях – механическое муфтотрение и гидравлическая система. Остановимся на комплектации и основных узлах станка. Стальная сварная станина. Пневматическая муфта. Ползун с храповым механизмом регулировки и демпферами. Централизованная система смазки с толстообразными пазами и провальным окном. Управление при помощи двух кнопок или педали. Световой барьер безопасности. Компания Hijo выпускает кривошипный пресс с усилием от 25 до 250 тонн с открытой и закрытой станиной. Остались вопросы по кривошипным прессам? Задавайте их в комментариях и подписывайтесь на наш канал ProTechnology. Компания ProTechnology занимается поставкой, а также сервисным обслуживанием кривошипных прессов. Более подробная информация представлена на нашем сайте в разделе «Листообрабатывающее оборудование».